Вот здесь вот было написано «видел», вот здесь было написано «врет». Вот здесь «слышал», здесь было написано «придумывает». Здесь было написано «не знает, что сказать», здесь было написано «стыдно». То есть я это видел своими глазами в 1994 году. Очень продвинутая школа. Да. Но при этом она сильно ограничила, сильно в тех, кого он калибровал, потому что, извините, когда мы начинаем что-то рассказывать, если там есть сюжет, мы часть информации в любом случае придумываем.